Вот, а пока начальства не было. Сейчас. На заседании, на митинге. Я тут кое-что склепал по поводу нашего трипа. Ну, посмотрите, короче. Лим, у тебя селфон работает, нет? Нет. Ты камеру взял, да, ты че? Конечно. Да, посередине стены. Не, я думаю, может быть, если вдруг там подключили. Ну, так, да, я же говорю, что нужно возвращаться назад. Смотри. Так, это они, так. Что вы куда поехали? Ну, куда ну, вы что, Руслан, вот я говорю, у нас машина сломана, да? Ну, а машина за нами. Отъезд запаркуйся вон там. Отъезд запаркуйся. Мы там остановились. А ничего страшного. Не, мы думали, что чего поехали налево. Руслан, камон, ну вы взрослые люди. Да. Машина сломана. Говорю, смотри за нами. А если бы там сломались? Вот мы думали назад сейчас ехать. Кто? Думали, что бензин надо было залить. Андрюх, давай середину тогда, а мы вас... Я кому тебе говорю? Все, середину пристраивайте, чтобы мы видели вас. Офигенцию. Хорошо. Нина, привет. Привет всем, мама, папа, вот привет, Путин. Влад. И все вот ваша администрация, да. Нас вообще гуржи просто... Приезжай, да. Я уже с тобой. Сконфузил. Сконфузил. Вот, ну, в общем, всем привет. Все, садись. У меня зуба нет, улыбаться не буду пока. Во, как красиво, солнышко светит. Правда? Ай, вообще люкс. Как на Руси, Сибири. Сибири, ой, Руси. Ой, и снег белый-белый. Почти. Не смей. Ой, детки. Снегом поиграем. Это хороший снег. Я Диму сейчас люблю. Это специально для Димы, да? Это кто был? Это гуржи был? Ой! Брось, брось! Сейчас возьму почки, буду это проверять. Собрались мы как-то из Сакраменто, Фресно и Лос-Анджелес. Ну, тусовка такая, в общем, провести, потусоваться, короче. Снег то выпал, вот, в Йосемити, самый известный американский парк во всем мире. Ну, может, не самый известный, но один из самых известных. Ну, и приехали туда, снег не идет. А потом как-то и пошел, и идет снег. Ну, смотрите дальше, вот, сейчас мы вот. Это Влад, например, вот молодой человек, 30 лет, кажется, большой любитель Юлии Тимошенко, ну и вообще такой солидный парень, юрист, хоть на выдании. Тома, житель голливудских холмов, покоритель их, вот возраст неизвестен. Ну, девушка симпатичная, грамотная, блондинка, вот, очень умная, очень. Дальше у нас Андрей Бездельник и Лоботряс. Вот, головотряс. Ну, в общем, механик, хоть трактор разберет и соберет, 25 лет парню. Вот, деловой, вот все, он машину запряжет, как коня, и распряжет, и так далее. Далее следует Татьяна, возраст неизвестен. Из Сакраменто Татьяна. Вот, на кухне, управляется везде. Железным конем, Ниссаном остановит на ходу. Вот, как любая украинская женщина, девушка в смысле. Ну, и Лена со скейтбордом. Именно, вот, именно со скейтбордом. Хотя скейтборд взяла, а вот кататься нигде там, ну, не было возможности, короче. Молодая девушка, молодая еще, да. Ну, да, возраст тоже неизвестен. Ну, как всегда, тоже ж молодая девушка. Вот, фотомодель, столько фотографий наделали, вы после увидите, столько фотографий наделали. Руслан, балабол и баламут, крайне ненадежный человек.
Лина, девушка тоже молодая, серьезная, в матрицу погруженная и, впрочем же, и выгруженная из нее. Вот. Лилиана, тихая, спокойная, ждала, все, дайте снега, снега дайте, а потом как посыпался снег с горы. Ну, в общем, увидела она снега в этом году, то есть в прошлом году. Ну и дальше Оксана, студентка Фрезно Пасифик университета, который во Фрезно находится. Серьезная студентка, учится. Дима, серьезный молодой человек. Дима, теолог, вот, магистр или бакалавр, как-то они там делятся. Богослов, короче, одним словом. Алла также из Сакраменто помогала управляться там, вот видите, что-то управляется она на кухне. Скромная девушка, молчаливая и кроткого духа. Вот. Пристали к нам также некие македонянки, вот, но лиц мы их не видели, скрывали они от камеры. Ну уж извольте, фотографий не будет.